Когда весной ко мне приехал курьер, как две капли воды, похожие на Себастьяна Феттеля, я точно поняла, что... Надо ехать на Формулу-1 в Сочи, чтобы Льюис Хэмилтон точно вышел на подиум. Но, несмотря ни на что, в гоночном сезоне стартует 10-й этап Гран-при, на который гостеприимно приглашает Россия. Это 7-й в истории и впервые в этом году в сезоне гонка со зрителями. Все остальные гонки были виртуальными, с пустыми трибунами, поэтому можно сказать, что нам очень-очень повезло. Причем и на эти трибуны все же пустили вдвое меньше зрителей. Поэтому я от всей души поздравляю всех тех вошедших в число 30 тысяч человек, кого допустили на трибуны. Мы на территории Олимпийского парка. И вот так прекрасно я буду выглядеть, в общем, все это время. Так как на территории Олимпийского парка ношение масок обязательно, я надеюсь, вы меня слышите. Ну что, добро пожаловать! Сегодня долгожданный был бы день, если бы не внесла коррективы пандемия. Сегодня должен был быть день, открытый к посещению зрителями питлейна. А это значит, что мы бы увидели и наблюдали за тем, как механики играют мышцами, готовя и собирая болиды пилотов к тому, чтобы они показали лучшее для себя время и смогли проявить все свое мастерство и возможности болидов. Этот год полон на юбилеи. 70-й Гран-при Формулы-1. А также Берт Майландер в этом году отмечает юбилей, как он инспектирует трассу Формулы-1 на машине безопасности. И как обычно, на каждую гонку приезжает несколько типов шин. Два из них приезжают всегда для мокрых покрытий. Эти шины, кстати, способны отводить до 30 литров в секунду на скорости 300 км в час. Работает сопротивление к аквапланингу, и вы точно никуда не взлетите. It's a victory talisman. Lewis, go get it. Слушай, это не просто матрешка. Это какая-то особенная матрешка, это не совсем обычная. Да! Мне кажется, матрешка обнимает Хэмилтон. Да! Что-то, да, что-то да! такое. Да! Самая да! мечта, да! которая да! была. Да! Вот, да! Вот, вот, вот матрешка! Она здесь! Да! Вот она! Браво! Слушайте, как приятно видеть креатив и там, и тут. Я надеюсь, что эта матрешечка все-таки окажется в итоге в нужных руках. Пожелаю, скрестим пальчики, ура! Спасибо! Thank you.
вот течет водичка, она брызжет туда сюда, а я варю яичко, пока не выкипит вода. Что касается развлекательной части гоночного уикенда, все 4 дня можно было наслаждаться фестивалем драйва и моторов. Съехались просто лучшие райдеры России в дисциплинах BMX AMTB плюс самокат. Что они вытворяли с трамплином? Какие-то запредельные сложности, трюки. Вы только посмотрите на это. Какие смельчаки! Показательные выступления команд по фристайлу и мотокроссу FMX 13. Ну что, идем к трибуне. Она находится в третьем повороте, самом затяжном и левом во всем календаре Формулы-1. 750 метров с постоянным дифференциалом. Это особенное место, откуда открывается борьба пилотов. На торможении во втором и дальше газ в пол на скорости 300 км в час в третьем повороте. Это все очень интересно, но волнение за гоночный уикенд все-таки присутствует. Аж поджилки трясутся. Фух, квалификация выдалась напряженная. Сначала все шло штатно и ожидаемо, а во второй серии квалификационных заездов на выезде на повторный круг перед ним разбивает болид Себастьян Феттель. Зажигаются красные флаги, а это означает, что всего несколько секунд у Льюиса будет на то, чтобы выехать на решающий быстрый круг. So Lewis, we've still got time for an outlap. So the debris car off at exit turn 4, just stay to the right. Lewis, you'll have a strat 14 if you need to use it for the first half of the lap, just to make some positions up. So prepare a bit of road. Are you okay, temp wise? Yeah, Ethan, we're good on temps. How long? And 5 seconds. And just remember to leave in order, so you've got strat 14 available. You're good to go. So we're currently behind schedule by 20 seconds. And please select strat mode 2. Need to go. I've totally had Karu. 1.25 seconds in hand.
Philippe, so we're through with that. So let's have a quali in lap. Quali in lap. Nice and slow, please. So Q3 for that practice. Did everyone get their laps? You were through by the skin of your teeth in terms of getting that lap. But Paul Carson has got time on the board. We were the only one without. Я чуть не плакала, сжимая матрешку и мысленно желая удачи. It's all rubbish here. Can I go further out? Aper. Turn to the pit wall. Yeah, copy. Probably leave enough room for cars to pass. Lewis, we have a 10-second time penalty for those start infringements. What happened? What happened? Sorry, Lewis. So yes, those starts going to the grid. Got to the 5-second penalty for each out of position. And it's lights out and away we go. So Hamilton gets away well, as does Max Verstappen this week. But Valtteri Bottas is... penalty has been served. The hard compound tyres are off. Wall makes it extraordinarily tight. What a crunch that was. С начала карьеры я держу пальчики скрещенными на победу и удачу Льюису Хэмилтону. Сердце замирает, как за самого близкого человека. Не знаю, почему так, но ты переживаешь. Желаю успеха, это какие-то вспышки ощущений, молнии внутри, огромный спектр эмоций. Просто видишь пилота и улыбаешься. Я очень благодарна этой возможности. Думаешь, неужели это было со мной? Да, этот год выдался особенным. Но я, как и прежде, чувствовала невероятную близость, когда ты видишь пилотов, вот он, буквально в нескольких метрах от тебя, на болиде, проезжает. Это скорость, это драйв, это прижимная сила. Уф, это так круто.
круто. И эту прижимную силу можно заметить, только находясь физически на трассе.